Приветик всем, ребята, с вами ваш Кент АПК. И сегодня, в этот замечательный день, вашего Кента обозвали полным нубом, и парень сказал, что он играет лучше, чем я. И он меня вызвал на дуэль, и он сказал, что я нуб. То есть, ребята, это выходит, что будет дуэль нуб против про. И знаете, кто будет нубом? Самое такое неприятное. Нубом буду я! Ну, короче, ребят, полный абсурд, потому что вы сами знаете, что я играю нормально. И вообще, я никакой не нуб, не надо меня обзывать, потому что все-таки, ну, это обидно. Вот я нормально играю, я вот часто выигрываю в дуэлях и так далее, а вы меня все равно обзываете нубом. Ну, ребят, это как минимум неприятно. Ну что же, я захожу к парнише, ник у него мистер Данил Юте, сразу видно уважаемый человек, потому что приставочка Юте, ну вы понимаете, да, ну там школа ютуберы и все дела. Ну что же, сейчас будет великая битва, если не зависнет Блокстрайк, о май гад, ничего себе, у него даже клан Юте, да вы что, ребята, о май гад, это прям великие ютуберы. Так, у меня немножко подвисло. Ну как у меня подвисло? Подвис сам Блокстрайк, и мне надо перезайти. Классика, так где Данич, вот. А, Данилич, или как-то странно он назвал сервак. Ну что же, поехали. Сейчас мы попытаемся надрать зад этому про, хотя вряд ли. Он же про, вы чё, я нуб, он про, ребят, вы чё, какой надрать зад? Ой, ой, про умер, ребят, какое горе. Приветик. Да блин, не, ну это, ребят, было обидно. Счет 2-1, хоть на самом деле должен быть 1-1, потому что если вы, ребят, запомнили, то я зашел, вышел, и из-за этого Блокстрайк дал ему одно очко на халяву, но это несправедливо. Давайте ему сейчас про это напишем. Стой, а ну-ка, я тебя убью один раз. Так, как у тебя на одно очко больше. Так, как у тебя на одно очко больше. Так, ну чё, ждем его, ждем. Данил. Данил, иди, я тебя убью. Все, красавчик. Вот теперь, вот именно сейчас, уже все по-честному. 2-2. Ну что же, ребят, продолжаем нашу нелегкую битву. И мы узнаем, кто же из нас настоящий нуб. Кент АПК или этот Данил. 3-2, ну как-то чёт. Как-то чёт, ребят, этот ютубер немножко сдает позиции. Как-то прям жаль его, что ли. Данил, ты где? Вы мне часто пишете, мол, я только и крыщу с диглом на базе. Так что я без проблем сейчас пойду к нему на базу. А, его тут нет, значит, где-то тут. А ну-ка, я прав? Ну, давай, иди сюда. О, ребят, что-то мне страшно. Ё-моё, где же он? Так, это уже не шутки. Ох ты! Ну, я не ожидал, но кентуху нагнули. Увы, ях. 3-3. Ну, давай, иди ко мне, щатя. С одного выстрела убью. Ваншот. Ну, нет. Ну, блин, ну я хочу убить этого про. Ну, где же он, ребят? Кто знает, скажите. Куда он пропал-то? Ладно, ща пойду его рашить. Ой, приветик. Все, пока. Ты был хорошим противником. Не, ну я вот не понимаю, ну зачем вы мне вызываете нубом, а потом в итоге так жестко сливаетесь? Ну, ребят, вот вам не стыдно? Ну, именно я обращаюсь к тем, кто меня вызывает нубом. Пипец, как он это сделал? Вот это, кстати, был тоже еще один баг Блокстрайка, потому что вы, ребят, видели, что я был за стеной, но тем не менее он меня убил. Но это тоже было неприятно. О. Блин, вот это было стыдно, что я его не бил с первого раза. Но, в принципе, неплохо. 5-4. И, конечно же, Кент АПК, или Кент Нуб, или Нубло 228, или Лох, и Крыщу Ток с Диглом, как вы меня называете, пока что побеждает. Давайте, чтобы вы не писали, что я так и могу сидеть у себя на базе, я пойду к нему на базу и сольюсь. Так, это было плохо. Да, ребят, сейчас плохой у меня план. Но, еще не все утеряно, пока что у нас такая дружеская ничья. Надеюсь, что я это исправлю. Он пишет, у меня АК-47 не прокачан. Так, играя с диглом, кто тебе мешает? Вот как я. Один дигл и все. Ништяк! 6-5, ребят, даже не почувствовал. С одного выстрела просто нагнул, как батя. Неплохо. Давай, иди сюда.
Так, так, так. Так, тут его нету. Давайте, ребят, буду идти к нему на базу. Опа, кажись, я его видел. Или это мне показалось? Не, вроде показалось. О, не, блин, все-таки мне не показалось. Я увидел, ребят, видел его краем глаза, но просто я на это не обратил внимания. Вот это было неприятно. Такой обидненький момент. Ну иди ко мне, пирожочек. Щекинтуха тебе умножить на ноль. Так. Ой. Вот видели, попал ему в голову, он выжил. Не, ну как так? Я не понимаю. Блокстрайк, ну ты пьян. Ну что это было? Ну вы сами видели, попал ему в голову, и он выжил. Класс. Всегда мечтал именно о таком блокстрайке. Так, ух ты. Ништяк, ништяк, ништяк. 7-6. Не, я скажу так, конечно, он, ребят, не про, но он, в принципе, играет неплохо. То есть, играет он, в принципе, довольно-таки неплохо. И скажу так, что если бы он еще немножко потренировался, у него были бы все шансы меня нагнуть. Но, ребят, пока что, увы и ах, и из нас двоих пока что нубом является только этот парень, который написал, который популярный ютубер, да, у него вот клан ЮТ. Приставочка к нику тоже ЮТ. Ну, ребят, кто знает такого популярного ютубера, как Мистер Данил? Напишите в комментариях. Да и вообще, ребят, если у вас есть приставочка к нику Мистер, ну, МР, то это уже говорит о многом. Ну, вы поняли, да, о чем я. Так что, ребят, вообще, я считаю, что это, знаете, как по мне, хвастовство, да, вот это приставочки ЮТ, приставочка к нику, клан. Ну, это действительно парень просто хвастается, типа он, посмотрите, какой крутой ютубер. А в итоге мы, ребят, смотрим, что он не ютубер, не хороший игрок, он просто нуб. Ну, хотя еще не все утеряно, у него еще есть небольшие шансы на победу. Опа-опа, я ее видел. Так, ч-ч-ч. Сейчас будет неждан, смотрите. Опа! Ух ты, блин, блин! О, нет, нет, неждан был для меня, потому что я ожидал его немножко с другого места. Приветик, братанчик, что-то он с ножом бежал, как про... Ну, ребят, ну вот прям видно, да? Ну какой он хвостун, даже нож берет. Ну, знаете, как настоящие про берут нож, а в итоге просто берет и из-за этого сливается. Ну, красавчик, сейчас сказать. У-у-у-у, какой негодяй, убил кента. Ох ты, негодяй, закрысил за стенкой. О, некрасиво, слушай, некрасиво. И за это ты ответишь. Вот прям сейчас ответишь. О, вот сейчас ответишь. Он там, ребят, крысит. Вот там сбоку крысит. Фу, блин. Ну, видели, он забежал сюда. Вот я же говорил, он там крысит, блин. Вот я прям доволен, что убил этого нуба. То есть он, ребят, фейковый ютубер. Он нуб. И он еще, скажем так, ну, любит покрысить. Ну, это, скажем так, прям набор типичного школьника. Надеюсь, вы таким не являетесь. Ну что же. Сегодня у нас была нелегкая битва, в кавычках, конечно же, нуб против про. И как мы, ребята, видим, я думаю, вы сами поняли, кто из нас нуб, а кто про. Пожалуйста, поставьте лайк, если хотите еще одну дуэль. Обязательно подпишитесь на мой канал, это прям очень важно, очень-очень важно. Напишите какой-то хороший комментарий, а с вами был ваш Кент, пока, всем удачи и всем пока. Пока-пока.